Сезон охоты переносится на водоплавающих птиц. Он должен был начаться уже в эту субботу, но аномальная жара внесла коррективы до 22 августа. Минлесхоз объясняет это решение высокой пожароопасностью 4 уровня. К тому же такая температура плохо сказывается на популяции животных и птиц. Леса сейчас закрыты не только для охотников, действует запрет на их посещение. Эта мера, понимаете сами, вынужденная. То есть надо, чтобы граждане Республики Беларусь понимали, что неделю-две можно подождать со сбором грибов, ягод, потому что вот анализ пожаров, которые крупные произошли и освещались в прессе, это в Осипоевском лесхозе, в Полесском лесхозе, 100% подтверждает, что это вот пожары были по вине сборщиков. Некоторым охотникам уже охотничьи путевки выдавались. Поэтому со стороны Министерства лесного хозяйства направлены письма сейчас всем облсполкомам о том, чтобы они инициировали тоже, так скажем, принятие запрета на охоту пользователями охотничьих угодий. Завтра в Беларуси ожидается до плюс 36. По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. По словам синоптиков, жара не спадет до середины августа.